Всем огромный привет! Сегодня, как я обещала, будем с вами вязать мужские следки. Один следок я связала, такой гламурный, красивый. Подошву, как вязать, я вам сняла и показала в предыдущем видео. Ссылочку я вам оставлю в описании. Сделала отдельным, так будет лучше. И далее начинаем сейчас вязать верх. Вяжутся они легко и просто, поверьте. Значит, у меня, сейчас скажу, какой здесь у нас размер, 28 сантиметров. По поводу подошвы посмотрите видео отдельное. А верх мы сейчас будем вязать из пряжи турецкой. В 100 граммах 130 метров, 100% акрил. Рекомендуется крючок 5, у меня крючок 5,5. Итак, берем готовую уже подошву. Смотрим, где у нас будет изнаночная сторона. Вот будет у нас внутренняя сторона. И посерединке, вот здесь, вот где у нас идет расширение, мы присоединяемся. Ну, не важно, чтобы вы там сильно искали. Ну, можно, в принципе, вот так вот пополам. Да, и вот так вот где-то здесь присоединяемся. Значит, мы поддеваем не полностью обе ниточки, мы поддеваем одну, вот эту, которая к нам ближе. Но не только одну, а старайтесь захватить вот так вот, чтобы поменьше было дырочек. Так, закрепляем. Эту ниточку мы потом спрячем. И дальше вяжем все столбики без накида. Так, хвостик придерживаем. Я не знаю, как вам будет видно. Нитки темные. Так, так. И дальше обвязываем полностью все столбики без накида по кругу. Так, фокус пропадает. Так. И сюда. Но, думаю, суть ясна. Вот, видите, как получается? Не за две ниточки мы провязываем вот сюда, как обычно, а за одну. Вот так вот. Раз. И сюда. И обвязываем так до конца ряда. Итак, закончили ряд. Смотрите, какая красота получается. Начинающим вязальщицам, как всегда говорю, берите листок, ручку и все записывайте. Далее мы присоединяемся соединительным столбиком. Вот так вот. Делаем воздушную петлю подъема. И следующий ряд мы провязываем все столбики без накида. Здесь подхватываем уже две нити. Вот так вот. Оп. Оп. И так далее. Заканчиваем ряд. Итак, закончили второй ряд. Опять присоединяемся, делаем 2 воздушные петли подъема, 1, 2, и следующий ряд провязываем все полустолбики. Показываю, как. Делаем накид и еще забыла момент один сказать. Не затягивайте сильно. И провязываем через все 3 ниточки. Опять накид. Следующую петельку. Захватываем рабочую нить. И через все 3 протягиваем. И так полустолбиками мы вяжем до конца ряда.
закончили мы с вами третий ряд. Третий ряд, напоминаю, был полустолбики. Присоединяемся. Так, так. Присоединяемся сюда вот в петлю подъема в третью. Вот и все. Ряд закончился. Так, ниточка нам уже это не нужна. Мы ее обрезаем. Так, и вот так вот протяну. Так, смотрите, как красиво получается. Единственное, повторюсь, не затягивайте сильно. Я когда сыну вязала слитки, то там немножко по-другому. Там были столбики с одним накидом. Ссылочку я вам оставлю внизу под видео. Может, кому интересно, посмотрите. Ниточку обрезали и закончили с этой частью работы. Что мы делаем дальше? Дальше нам надо вывязать верхнюю часть. Для этого я взяла другую пряжу. У меня 100% акрил. Ну, какую нашла, так мне захотелось. В 100 граммах, вот вторая, 300 метров, 100% акрил. В два сложения взяла две разные пряжи. И далее смотрим. Вот у нас пяточка, вот у нас носочек. Здесь нужно сложить обязательно пополам подошву. И вот здесь вот мы считаем петельки. Я считала, у меня получилось 6. Вы смотрите по своей ноге, сколько вам надо. Вот 1, 2, 3. Ставлю сюда маркер. Так. 1, 2, 3. И ставлю сюда маркер. Вот так вот. Я попробовала на 7 петель. Получается много. На 6 мне как раз нормально. Вы попробуйте. Главное вот здесь вот взять именно серединку. Если получается большое или маленькое, вы можете там распустить. Ничего страшного. Пробуйте. Далее разворачиваем работу. И начинаем присоединять ниточку. Присоединяем не сюда, где маркер, а в следующую петельку. Ввожу сюда крючок. Захватываю нить, потом хвостик спрячется, оставляйте подлиннее его. Так, фиксируем здесь у нас петельку. Так, немножко подтягиваем. Вот так вот, придерживайте. И провязываем 6 столбиков без накида. Вот так вот продеваем за 2 ниточки. Надеюсь, вам все видно. 1 столбик без накида и 6. Вот где маркер. Так. Далее нужно присоединиться к боковушке. Здесь присоединяемся следующим образом. Вводим крючок в первую петельку, потом вводим во вторую петельку и протаскиваем вот так вот через все 3 ниточки. Разворачиваемся. Здесь разворачиваемся по часовой стрелке, вот так вот, для того, чтобы у нас рабочая нить была здесь. И провязываем вот сюда, вот в первую петельку, где мы присоединялись. 1, 2, 6 и 7. Маркер можно уже снять. Получается, мы делаем в каждом ряду прибавку. Тем путем, что мы в начале ряда провязываем первую петельку туда, где мы присоединялись. Так, провязываем
седьмой столбик без накида. Здесь опять здесь провязываем следующим образом. За рабочей нитью мы вводим с этой стороны крючок, протаскиваем сюда, снова с этой стороны вводим крючок, снова протаскиваем сюда и провязываем через все три ниточки. И получается вот так вот. Надо присоединиться именно таким способом, потому что если по-другому, получится совсем другой некрасивый рисунок. Итак, еще добавить хочу, что вводим мы крючок не вот сюда, откуда идет ниточка у нас этого ряда, а в следующую. За рабочей нитью вводим вот так вот крючок сюда, протаскиваем. Опять с этой стороны снова захватываем и протягиваем через все три ниточки. Как бы полустолбик получается. Снова разворачиваем работу и продолжаем так до широкой части ноги. Далее провязываем без прибавок до подъема, а далее будем вывязывать подъем. Итак, мы с вами провязали до подъема. Я посмотрела запись, у меня все идеально совпадает. Далее мы здесь уже не присоединяемся, как было, а в следующую петельку провязываем столбик без накида. И все последующие петельки вот так вот по кругу мы провязываем столбиками без накида. Обвязали пяточку. Теперь присоединяемся. Провязываем 2 соединительные столбика. 1. Здесь немножко подтягиваем, чтобы дырочки не было. И 2. Разворачиваемся. И возвращаемся опять сюда до поворота. Столбики без накида. Следующую петельку провязываем и так до конца ряда. Здесь снова провязываем 2 соединительные столбика в первую петельку и во вторую. Опять разворачиваемся. И опять вяжем все столбики без накида до поворота. Снова провязываем 2 соединительные столбика. 1. 2. И еще один раз возвращаемся назад. Потом с вами будем вывязывать верх. Присоединились соединительными столбиками. Далее вяжем резинку. Резинку будем вязать рельефными столбиками. Делаем 3 воздушные петли подъема. Накид. И захватываем не вот этот вот столбик, эту петельку, а вот здесь вот посерединке. Так, сюда. И провязываем столбик с одним накидом. Это у нас рельефный столбик. Так. Далее провязываем обычный столбик с одним накидом. Так, так, так. Так. Опять делаем накид и провязываем рельефный столбик. Чередуем. Один рельефный, один обычный столбик с одним накидом. В следующую петельку. И так продолжаем до конца ряда. Получается вот так вот, смотрите. Плохо видно, нитки темные, но надеюсь, вам принцип понятен. Итак, провязали. Здесь в конце вот присоединяемся.
где мы делали 3 воздушные петли подъема. Сюда присоединяемся так вот соединительным столбиком. Дальше провязываем аналогично. Где у нас был рельефный столбик, провязываем рельефный. Где был обычный столбик с одним накидом, над ним же и провязываем столбик с одним накидом. И провязываем вот так вот по кругу. Но здесь уже можете вязать сколько вам надо, вот какая высота резинки. Провязала я и второй рельефный столбик, и верх я решила обвязать полустолбиками. Можно просто столбиками с накидом, можно просто столбиками без накида. Я решила обвязать полустолбиками. Каким образом? Делаем накид и в каждую петельку провязываем полустолбик. Вот так вот провязывая через все 3 ниточки протягиваем. Просто решила обвязать верх. Закрепить вот так вот, и здесь в конце присоединяемся. Так, вот так вот сюда раз, соединительный столб, и все. И вот получилась такая красота.